Приветствую, дорогие друзья! Сегодня у нас такая актуальная тема. Меня часто спрашивают, где я беру, собственно, сигналы для покупки той или иной криптовалюты, для ее продажи и так далее. То есть, откуда я беру информацию, прогнозы и тому подобное. Некоторые, наоборот, предлагали свои услуги какие-то. Так вот, откуда я, собственно, получаю эту информацию? Вот мой ответ на этот постоянный вопрос, часто задаваемый. Говорю сразу, это не реклама и не пропаганда именно этого способа. Собственно, есть вот такой сайт investing.com, да, то есть ru-investing.com. Самый обычный новостной сайт, на котором очень много всего собрано. А вот это не реклама данного сайта, этот сайт очень крупный и денег они мне не заплатят за то, что я их сейчас показываю. Вот. Допустим, мне нужно узнать, что будет с тем же лайткоином через некоторое время, да, собственно, прогнозы специалистов, которые здесь обитают, насчет лайткоина. Вот я ввел лайткоин, выбрал лайткоин доллар. Сейчас он стоит 61 доллар. Далее перевожу курсор на форум. Прогнозы. Я показываю этот метод, он лично мой. Вот, многие им тоже пользуются, но я не рекламирую его и не говорю, что это прям замечательный метод. В нем есть свои плюсы, свои минуса есть. Но если разобраться, то действительно толковый метод. Так вот, что будет с лайткоином? Вот прогнозы за 7 число, к примеру. За 8 число уже несколько есть прогнозов. За 6 и так далее. То есть вот вы это видите сейчас. И даже далеко брать не будем. Берем, допустим, вчерашний день. Вот со вчерашнего дня. Вот этот чувак предсказывал плюс 4%. Ну как предсказывал? Прогнозировал. Плюс 4%. Сейчас у нас 58 было в тот момент, сейчас 61. В принципе, его прогноз оправдался. А дальше у нас идут прогнозы. Вот 57, когда он был немножко дешевле, плюс 7% предсказывал чувак. В принципе, я думаю, оправдалось оно. Когда было 59, плюс 3 кто-то предсказывал. Потом 59, плюс 2%. Ну, вот вы видите, да, собственно. То есть люди вот эти вот делали, так сказать, прогнозы. Вот такой они прогноз делали. И видно сразу, сбылся он или нет. Здесь чаще всего показывается дата закрытия. То есть они могут делать прогноз не просто так от балды, а на определенный период времени. Допустим, там на день, на два, на неделю. Допустим, что там за неделю добавится там плюс 10%, к примеру. Да? То есть сейчас покажу вам. К примеру, вот. К примеру, здесь человек за 3 число при курсе 54,4. 54,41, даже так можно сказать, он предсказывал плюс 0,17 на 6 число, то есть на 3 дня вперед он видел этот курс вот таким. И насколько он не ошибся. Собственно, плюс даже курс упал немножко, да. Курс немножко упал, но в принципе, да, человек, как говорил, совсем незначительную сумму он предсказывал рост, то так и сбылось. 5 числа, вот другой человек, Адриано Маркус какой-то, такой вот здесь пользователь. Курс был 54,9 в этот момент, он предсказывал плюс 11%. Похоже, долгосрочная перспектива в его предсказаниях была, потому что эти 11%, и вот видите, да, за 5, за 6 число еще несколько человек давали такие же прогнозы. Я вовремя зашел, слава богу, увидел эти прогнозы, то есть 3 человека. По поводу того, как доверять людям этим, либо не доверять, сейчас я скажу. Я увидел вот эти 3 прогноза, довольно-таки хороших, да, то есть увидел, что курс не упал сильнее, чем мог упасть, собственно, да. Перед этим тоже были прогнозы очень хорошие к его росту, да, то есть он длительное время провисел лайткоин на 54 доллара, вот, на рубеже 54-55, ну, в конце концов, должен был расти. И увидев эти прогнозы, я уже приобрел лайткоин. Вот, и сейчас он у меня есть, и могу его продать, вот сейчас курс 61, да. Что касается доверия как раз-таки этим людям, сейчас я закрою лайткоин, покажу, к примеру, тот же биткоин кэш, вот. Что касается биткоин кэша, здесь ситуация такая же. Можете сами зайти на сайт и убедиться в реальности этих данных, сравнить, проанализировать и так далее. Говорю сразу, многие здесь предсказатели эти, многие они ошибаются. Вот. У меня есть 2 списка в разных файлах. В один файл я сгружаю тех, которые чаще всего ошибаются. В другой файл я
загружаю тех, у которых процент успешных предсказаний, так сказать, лучше, да, то есть значительно лучше, некоторые там под 80, под 90% успешных у них таких предсказаний, да, то есть они дают действительно хорошие сигналы, вот. И таких людей я потом что делаю? Смотрите, допустим, захожу, допустим, вот такая вот криптовалюта. Сейчас она стоит вот столько, не буду коверкать ее название, работаю я с ней совсем недавно, йота, в общем, йота. Правда, здесь немножко не та буква, ну, короче, прям как оператор, йота. Здесь у нас плюс 16, плюс 13. Как быть в этой ситуации, да? Здесь был курс 0.37, 0.38, сейчас он 0.43. Видите, курс оправдался. В принципе, он оправдался, те же там 10-13% явно добавились. Вот как быть, если вот вы 4 числа зашли сюда и смотрите, вот прогнозируют два человека, что плюс 13, плюс 16% будет. Как быть, покупать или нет? Я делаю проще, я беру вот этот ник и заглядываю к себе в записную книжку, так сказать. Смотрю, есть он там или нет, в одной, либо во второй. Если нет, тогда сгружаю в третий под вопросом. Есть, да, третий список, там, где я под вопросом этих людей ставлю. То есть дальше я просто отслеживаю их прогнозы. Вот, на разные другие криптовалюты, на разные валюты, просто валютные пары, фиаты. Вот, и так же самое этот. Если, допустим, кто-то из них попадается в одном из списков, допустим, в списке там, где более безошибочные, да, прогнозы, то, значит, можно, в принципе, доверять. Если у человека 90% прогнозов было правильных, то почему ему не доверять? 90% – это 9 из 10. В принципе, очень даже здорово. Короче, нужно заходить, анализировать, и тогда будет с этого профит. Открыл я для себя этот сайт примерно с полгода назад, когда покончил с майнингом. Вот. То есть деньги я оттуда не выводил с майнинга, не обналичивал. Вот, все это раскинул по кошелькам, торгую криптовалютой и уже отсюда уже вывожу прибыль, собственно. Вот, обналичивать то, что я тогда намайнил, я не собирался. Основная работа мне обеспечивает как бы заработок, с которого оплата квартиры, жилья, вот, различные переезды, поездки и так далее и тому подобное. Вот, а криптовалюта это лишь хобби. То есть майнинг, криптовалюта, все это хобби. Ну, сейчас оно начинает приносить доход. Когда торгуешь хотя бы тысячами долларов, плюс-минус 5%, это уже более-менее заметная сумма. Когда были сотни долларов, да, то есть там на первых каких-то месяцах, я их даже умудрялся продувать, можно так сказать, очень мягко. Вот. Плюс-минус 2, 3, 5, 10% там значения особо не имело. Ну да, в принципе, если у вас 100 долларов и вы купили что-нибудь, там, любую криптовалюту, допустим, эту же, да, купили, плюс 13% до 13 долларов, всего лишь 13 долларов. То есть оно ничего вам не поменяет, никакая-то особо не прибыль. Другое дело, если у вас там 10 тысяч долларов, да, вы купили, 13% это 1300 долларов, это уже 100 тысяч рублей практически. То есть это уже тема, в принципе, к тому же есть смысл. Так вот. Такой способ, как я сейчас вам показываю, он не особо подходит, если у вас маленькие суммы. Очень маленькие суммы, тогда я даже не знаю, там плюс 2, плюс там 0,5%, 1% вам ничего особо не решат. Вам нужно искать как раз таки, когда криптовалюта падает. Допустим, сейчас я жду, к примеру, падения биткоина. То есть сейчас биткоин 7000, его так напампили неплохо, жду корректировку. Когда он упадет, все, наверное, это ждут сейчас, когда он упадет до 4, до 5000. Вот, собираю информацию, прогнозы, когда же это случится. Потом ожидается рывок где-то до 10, до 12 тысяч. То есть здесь в этом случае, да, вы можете там на 100 баксов, к примеру, на 1000 баксов купить этого биткоина и потом на 1000, там, если у вас была 1000 долларов, продать на 1300, 1400, 1500 даже. То есть 500 баксов навара будет. Но если суммы, конечно, побольше, там и профит, естественно, больше. В общем, как-то так, ребят. Надеюсь, я донес вам полезную какую-то информацию. Вы можете зайти на этот сайт. Повторюсь, ни реклама никакая, никаких реферальных ссылок давать не буду, даже ссылку в описании не буду прикладывать, вот, investing.com, ruinvesting.com, я думаю, вообще без проблем найдете. Вот такие различные здесь прогнозы бывают, иногда они оправдываются, иногда не оправдываются. Можете сделать, как я, к примеру, составить отдельные списки тех пользователей, которые здесь дают прогнозы правдивые, неправдивые, либо под вопросом, к примеру, да, то есть у меня есть такой список, там где-то порядка 30 либо 40, которые под вопросом, я еще не определился, верить им или нет. И два списка там, где есть в одном списке человек
15, наверное, да, около 15 там было, которым я не доверяю. То есть они чаще всего не ошибаются. Я отслеживал их месяцами. Здесь можно отслеживать прям долго. За последние там несколько месяцев можно прослеживать их как бы действия. Вот. А есть список там, где около 35, либо 40 даже человек, которые реже всего ошибаются. Процентов 90 на успех у них. Вот. И, собственно, руководствуюсь их предсказаниями. Можно так сказать. В общем, надеюсь, на вопрос ответил. Если видео понравилось, вы знаете, что делать. Вот. И знаете, что делать, если еще не подписаны на канал. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.